Полицейские навестили воспитанников Центра поддержки детей села Полудина. Здесь воспитываются более 50 ребят. Шефствует над ними первичная ветеранская организация сотрудников административной полиции. Стражи правопорядка, действующие и вышедшие в отставку, поддерживают детей, приезжают на праздники, помогают привить им чувство патриотизма. Накануне на Урызе они выступили с концертом, исполнили песни на двух языках. Не остались в стороне от благотворительной акции и общественники. Активисты общественного объединения «Счастливые глаза» подготовили праздничные угощения. В свою очередь, ребята отблагодарили гостей концертной программой. Педагоги отмечают, что поддержка полицейских многое значит для детей, лишенных родительской заботы.